Всем привет! Сегодня я традиционно расскажу о прочитанном за октябрь месяц 2017. Все ссылки на упомянутые книги вы найдете в инфобаре внизу под видео. Итак, я дочитала серию книг об Энн, Монтгомери, «Битва по средам» Шмидта, «Победитель чудовищ» Страут, «Ребекку» Дафна Дю Морье, «Крестный отец» Пьюзо и «Божество реки» Смита. Про «Божество реки» отдельного видео нет, так как это серия книг из 5 частей. И когда я дочитаю оставшиеся 4, я сделаю отдельное видео. Итак, призовые места. 3 штуки. На третьем месте «Божество реки» Смита. На втором Ребекка Дафна Дю Морье. И на первом пара-па. Готовы? Крестный отец Пьюзо. Вот такое вот короткое, бессмысленное и почти неинформационное видео. Всем спасибо за внимание.